В эфире ежедневная программа «Спортобзор». Это значит, в ближайшие 5 минут говорим о спорте в Новосибирской области. В студии Кристина Лата. Здравствуйте. Главные темы сегодняшнего выпуска – грэпплинг и синхронное плавание. Новосибирцы успешно выступили на чемпионате Европы по грэпплингу. Дисциплине единоборств, которая сочетает в себе элементы из других видов, в том числе вольной и греко-римской борьбы, самбо и дзюдо. 3 золота, серебро и бронза – таков улов новосибирцев в Румынии. Каждый из спортсменов, а их всего было 4, завоевал минимум 1 медаль. Ирине Громовой удалось 2 раза подняться на пьедестал. Она стала бронзовым призером в классическом грэпплинге и лучшей в борьбе в кимоно. Близка к победе в этом виде была и Полина Крупская. Финал был трудный как раз вот у Полины Крупской, которая взяла 2-е место. То есть она в начале схватки пропустила бросок и в течение схватки отыгрывалась и на последних секундах вышла на удержание, что позволило бы ей победить, но не хватило времени, чтобы зафиксировать позицию. Также и Ира Громова, она в финале боролась с полячкой, они боролись стойки, очень упорная схватка. В конце Ирина смогла сделать перевод и закончила схватку досрочно. Звание чемпионки Европы подтвердила Римма Ануфриева. По словам девушки, в первую очередь она довольна, что удалось потянуть навыки борьбы и выполнить те приемы, которые отрабатывала с тренером перед турниром. Ведь конкуренция с каждым годом становится все серьезнее. Там, если я раньше боролась там 1,5–2 минуты, то сейчас мне приходится бороться всю схватку. И, там, например, первую встречу я там за секунду до конца схватки сделала болевой прием. А раньше у меня раньше получалось делать, поэтому я делаю вывод, что так. Но это же лучше. Это намного приятнее. То есть после таких чемпионатов намного приятнее возвращаться домой, потому что ты выигрываешь спортсменов сильнее. 2-й год подряд соревнования по грэпплингу проходят в рамках масштабного турнира по спортивной борьбе. Это дает надежды на дальнейшее развитие дисциплины и ее олимпийские перспективы. В столице Румынии выступит еще один новосибирец. 12 апреля там стартует чемпионат Старого Света по греко-римской борьбе. И, конечно, внимание будет приковано к Роману Власову. 2-кратный олимпийский чемпион вернулся в строй после травмы колена и операции и готов к покорению новых вершин. Крупнейшие соревнования региона по синхронному плаванию в эти дни проходят в бассейне «Нептун». Краса Сибири в этом году отмечает маленький юбилей – 5 лет. Турнир с каждым сезоном обновляет рекорд по числу участниц и количеству команд. О нешуточной борьбе в водном балете расскажет Александр Шрудила. В этом году на всероссийские соревнования в Новосибирск приехали, помимо хозяев, представительницы 9 регионов. Да не по одной команде, а в самых, что называется, полных составах. Зачет в соревнованиях идет по 3 возрастным группам, и в каждой своя напряженная конкуренция. В разных возрастах по-разному, в разных видах по-разному. В фаворитах, конечно, пока Санкт-Петербург. Из сильнейших дальнейших команд, как бы здесь и Ханты-Мансийск, и Приморский край, достаточно сильные команды. В Сибирском федеральном округе у нас здесь и Красноярский край присутствует. То есть соревнования соответствуют своему уровню. За 3 соревновательных дня свои умения покажут больше 300 спортсменок. Выступления на любой вкус. Сольные, в дуэте, групповые и комбинированная программа, сочетающая все предыдущие дисциплины. Данные соревнования проходят уже в 5-й год подряд на территории Новосибирской области. У них статус всероссийских соревнований. Ну и прекрасное название «Краса Сибири» говорит само за себя. Нам приятно, что Новосибирская область является центром притяжения красавиц-пловчих со всей России. Самая многочисленная сборная, естественно, у хозяев. Новосибирской области не отстает и Санкт-Петербург. Из северной столицы приехало сразу 6 команд. Среди гостей турнира много опытных спортсменок высокого уровня. И для новосибирских синхронисток это отличный шанс попробовать свои силы и получить соревновательный опыт. Тут, конечно, меньше команд, чем на чемпионате России, но уровень, на чемпионате России посерьезнее. Мы всегда настраиваемся на победу. Нельзя настраивать себя ни на 2-е, ни на 3-е, только на 1-е. Конкуренты есть, но настраиваемся только на победу.
Выступления синхронисток делятся на обязательную, техническую и произвольную программы. Непременное условие – выступление не должно превышать 4-минутный порог. За действиями спортсменок внимательно следят аж 15 судей. Они разделены на пятерки и отвечают за разные типы оценок. Сложность исполнения и, конечно, художественное впечатление. Действо честное. Нам, конечно, надо, есть над чем работать именно нашей команде. Что некоторые девочки фигуры некоторые не очень хорошо делают, а некоторые, наоборот, очень хорошо. Именно благодаря организации и с каждым годом растущей конкуренции многие участницы приезжают на «Красу Сибири» постоянно. Тем более, что для регионов эти соревнования в календаре особенно важны. Были задуманы для детей старшего возраста, в первую очередь, для которых становится у нас в календаре Российской Федерации мало соревнований, только чемпионат России и Кубок России. И дети теряют интерес. Поэтому мы придумали эти соревнования, чтобы сохранять интерес наших спортсменок, чтобы им было для чего тренироваться и где показывать то, чему они научились. Неудивительно, что по сравнению с первым турниром «Краса Сибири» собрала почти в 3 раза больше спортсменок, а уровень новосибирских синхронисток серьезно вырос. На этом выпуск завершен. Не забывайте подписываться на аккаунты программы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. С вами была Кристина Лата. До встречи!